Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть в Dirt Rally. На очереди у нас третий спецучасток в Швеции. Давайте вначале починим машину. Практически целая. Так. Ну и погнали. Отставание от третьего места у меня всего 6 секунд. Хотелось бы, конечно, занять именно второе место. Но даже если будет третье, я... ничего об этом не скажу, потому что это Швеция, я ее не люблю, и тут жесть. Хотя предыдущий участок показал, что я вполне могу занять и второе место. Выше вот это вот, как там, иранцы, иракцы и так далее. Да. Как-то первая попытка пошла неудачно. Самый сложный участок оказался именно вторым почему-то. Да, сейчас я, конечно, плохо проехал, но были случаи, когда я отыгрывал на втором участке 2-3 секунды в легкую. Не проигрывает сейчас, вот сколько я проиграл. Проиграл, наверное, секунду 3-4. 3 потерял их. Но были случаи, когда я, наоборот, отыгрывал. Так что, да,
второй участок был самый сложный, а косячил, конечно же, это на третьем участке, где также показал плохой результат, но не настолько плохой, чтобы можно было переиграть. Правый 5 длинный, и держись левее, через трамплин возможен прыжок. Правый 6, 60 трамплин. Левый 5 усложняется через трамплин отрицательный, 60. Правый 6 через яму, опасно, держись левее, через трамплин подброс, 60. Левый 5 длинный, через трамплин подброс, 60 трамплин, прыжок яма.